Очень интересная традисканция попалась мне на пути. Я шла по городу Кишиневу и вдруг увидела что-то необычное. Листья, да, похожи на традисканцию. У традисканции Андерсена совсем другие листья. Я написала в названии, что это явно не Андерсена. Такие интересные лепестки. Мы привыкли, что у традисканции три лепестка, а здесь два и красивые тычинки. Я так думаю, что у этой традисканции голубые – это прилистники, а вот желтенькие – это, возможно, цветы, возможно, тычинки. Но любители цветов, я думаю, догадаются или узнают, что это за интересное растение. Но, как вы понимаете, пройти мимо я не смогла. Ну и, конечно, сегодня я прошла еще раз и взяла черенки. И, конечно, черенки я посажу. Подскажите название, если вы знаете. Буду вам благодарна. Ну как я могла пройти мимо такого необычного растения и не взять череночки? Я сорвала черенки. Я думаю, что не пострадало растение, тем более скоро уже осень, и его просто не докопают. Вот здесь собирается цвести. Я, конечно, удалю, чтобы у растения была сила. Видите, я просто прищипываю. Я подрезала наискось и установлю в воду. Не хочу я обрезать вот это. Может, все-таки отсюда пойдет хорошее ветвление. Сегодня 21 августа. Я буду наблюдать за ростом. И когда пойдут корешки, конечно, видео запишу дальше, посажу. И очень надеюсь, что будет у меня расти. Это необычная традисканция. Я впервые такую вижу.